Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу показать вам сегодня очень полезное, легкое блюдо. Оно принесет вам не только пользу вашему организму, и от такого блюда вы будете сбрасывать лишние килограммы и будете худеть. Блюдо готовится очень быстро. Продуктов надо мало. Морская капуста. Я использую сухую морскую капусту. Заливаю ее водой, потом варю до готовности. Морская капуста – это бурые водоросли, ламинарии. Их применяют как лекарство. В ней очень много йода. Она борется с атеросклерозом. Она улучшает обмен веществ, мешает образованию тромбов. Но употреблять надо сухую, а не маринованную капусту. В ней больше пользы. В кулинарии морской коктейль – это универсальный продукт. Можно готовить множество разных блюд. Он очень полезен для фигуры. А витаминно-минеральный состав не погибает при термической обработке. Морской коктейль считается диетическим и низкокалорийным продуктом. В состав входят витамины А, Е, Д, фосфор, йод, цинк, железо. В нем содержится 30 полезных веществ, много белка. Йод стимулирует работу головного мозга и эндокринной системы. Он помогает восстанавливать обмен веществ и приводит к потере массы тела. И мы худеем. Хорошо влияет на зрение, понижает уровень сахара в крови. Его хорошо употреблять, у кого повышенный холестерин. Замороженный морской коктейль кладем на сковороду, ждем, когда он разморозится. Потом сливаем жидкость, откидываем на дуршлаг и отправляем обратно на сковороду. Фунчоза – это макароны из бобов. Не путайте ее с рисовой лапшой. Бобовая лапша не содержит глютена, поэтому ее хорошо употреблять для снижения веса. В этой лапше много витаминов группы В1, Е, фосфора, цинка, селена. Я советую переключиться женщинам на фунчозу. Составляющим стеклянной лапши является железо и селен, который при выработке гормонов щитовидной железы усиливает потенцию у мужчин и ограждает нас от инфекций. Она окажет пользу вашим ногтям, волосам. Кальций, входящий в ее состав, укрепит ваши кости. В приготовленном виде она содержит всего 90 килокалорий на 100 грамм продукта. А в обычных макаронах 173. Отлично эта лапша сочетается с грибами, с мясом и морепродуктами. Фунчозу замачиваем кипятком на 5-7 минут, потом откидываем на дуршлаг и готовим заправку. Чеснок, имбирь мелко измельчаем. Можно добавить свежий чили перец или соус табаско. Соусы мы можем использовать соевый соус 2-3 столовых ложки, рыбный, устричный соус. Или есть готовые приправы для фунчозы. Все перемешиваем и кладем этот соус морепродуктом. Потом отправляем туда фунчозу и все перемешиваем. Получается невероятно вкусное, быстрое и очень полезное блюдо. Попробуйте его приготовить. Я думаю, вы все его очень полюбите. Будьте здоровы и счастливы. А сегодня я с вами прощаюсь. Пока-пока!